В Одесской инфекционке тоже большое обновление. Туда поступило новое медицинское оборудование стоимостью около 200 тысяч гривен. В частности, это аппарат для искусственной вентиляции легких, необходимый для борьбы с новым типом пневмонии в случае попадания коронавируса в Одессу. Кроме того, закупили мониторы наблюдения для реанимационного отделения больницы. Не нужно постоянно подходить, измерять пульс, давление, температуру. Он все на экране высвечивает у каждого пациента. Причем эти мониторы хороши тем, что они могут быть подключены сразу к двум пациентам. Деньги на оборудование собрали во время 9-й дипломатической рождественской ярмарки. Ее проводили на морвокзале. Представители 30 стран мира угощали гостей своими национальными блюдами, продавали сувениры, пели и танцевали. Одесситы пришли, получили удовольствие, что-то купили для себя, что-то съели, выпили. И самое главное, что все собранные средства идут на благотворительность, на такое благое дело, как покупка оборудования. Двумя неделями ранее новое медоборудование стоимостью 200 тысяч гривен получила и Одесская областная больница. Там появилась система обогрева пациентов, 3 монитора, 1 хирургический и 4 электрических отсасывателя.